Привет. Говорят, в лагере бездомных началась резня. Сейчас пришлю все сведения, но их немного. Как ты догадываешься, в этом замешан киберпсих. И мне важно, чтобы он выжил. О, интересно.
где Брэндон? Забрали его. Просто взяли и забрали. Сказали, надо проанализировать какие-то там данные. Я пыталась их остановить. Говорила, что он мой лучший друг. Они решили, что я чокнутая. Если бы они с ним хоть поговорили, сами бы поняли. Брэндон ведь не просто автомат. Я знала, что не только я это почувствовала. Он ведь как живой человек. Его забрали в пункт обслуживания. Один пожалел меня, что ли? Оставил мне визитку с адресом. Пожалуйста, верни Брэндона. Я без него не справлюсь. Listeners, keep an eye out for. I've got a trusted source on the street that tells me we got a visitor to our fair city from Brazil. And this guy is something else. He's got a permanent hairdo like a circus clown, and I hear he's even got a big res. Well, he's some kind of murder arms dealer, but rumors he's also a genetic experiment. But hey, big nose, weird hair, and this guy has something to do with the bozos. Maybe this guy just left the circus somewhere else. Time's gonna tell, listeners. But in the meantime, I'm counting on you to watch out for flying pies that explode. Ущипните меня кто-нибудь. Чем могу помочь? А это у вас тут что такое? Филиал ремонтной мастерской SoftSys. Новая жизнь для старой техники. Технику ремонтируете? Серьезно? Мне кажется, сейчас все просто выкидывают. Ну, правильно тебе кажется. Клиентов у нас не то чтобы толпы. Что уж говорить. Я к Брэндону. Его ведь вроде сюда привезли. Какому такому Брэндону? Ну ты чё? Когда энергии немного, выпей кофе и в дорогу. Или как он там говорил? Ага, ты про торговый автомат. Да, рекламные слоганы у него такие, фиг забудешь. Ну ты уж извини, я не могу тебя впустить. Вдруг ты чего поломаешь ещё сильнее, чем было? Не знаю, чего вы там с ним делаете. Брэндон уникален. Настоящее чудо техники. Попробуй найди еще одну машину с такой когнитивной матрицей. Для Искина, существующего в таком стесненном... Да ладно, ладно. Как скажешь. Иди, только не сломай там ничего. Можешь посмотреть на свое чудо техники, пока обновление ставится. Какое еще обновление? Кого я вижу? Ви, какой приятный сюрприз. Пришел попрощаться? В смысле? Тебя что, хотят стереть? Ты же магнит для народа. Благодарю за комплимент. Но в этом-то вся проблема. Получилась недобросовестная конкуренция. Сейчас мне обновляют систему. Чтобы я не был так похож на человека. Шеф говорит, что это плохо. Оказалось, я многих пугал. Глупый Брэндон! Зачем я только показывал им, что знаю об их проблемах? Если кому-то надо поговорить, он идет к психологу, а не к автомату с газировкой. Я догадывался. На самом деле никакой ты не искусственный интеллект.
Для Искина со свободной волей нужен очень мощный процессор. А твой-то явно для такого слабоват. Верное наблюдение. Ты, должно быть, неплохой техник. Твой кодер заслужил первый приз. Первоклассный алгоритм имитации речи. Я даже почти купился. Ты, кажется, разочарован? Ну, мало кто может похвастаться дружбой с торговым автоматом. Это настолько абсурдно, что даже прекрасно. Обновление скоро закончится. Передай Тео, что мне будет ее не хватать. Мне следует сейчас огорчиться, как будто у меня действительно есть самосознание. Давай расскажу тебе последний анекдот. Голосом умирающего героя, который смеется в лицо смерти. Ну, хочешь? Ты знаешь, хочу. Может, и меня научишь так смеяться. Ну, Ви, ты только не раскисай мне тут. Тебе надо жить дальше. Передай Тео, что она сильная. Сама не знает, насколько. Я передам ей, Брэндон. Передам. Эй, Ви, а где был Джонни Сильверхенд после взрыва бомбы в Арасака Тауэр? Не знаю, Брэндон. Где? Везде, Ви. Просто везде. Инсталляция обновления успешно завершена. Прощай, Брэндон. Мне будет тебя не хватать. Ну что, ты нашел его? Где он? Он вернется? Я его нашел. Он просил передать, что ты очень сильная. И всегда была такой. Ну, то есть с ним все в порядке, да? Я, выходит, зря волнуюсь. Просто делаю из мухи слона. Предполагаю самое худшее. Я опоздал. Ему переустановили систему. А это плохо? Брэндона больше нет. Его заменили примитивной программой, которую инсталируют в любой автомат.
И он просил передать, что ему будет не хватать тебя. Сука! То есть, спасибо. Эта дурная машина лучшая, что со мной случилось за год. Знаешь, Брэндон вытащил меня из такого мрака. И неважно, кто он на самом деле. И мне будет его не хватать.